Самая масштабная вечеринка, по-моему, в России просто. It's also party with different music. Получился такой огненный микс, такой взрыв. Супер! Оба! Своих друзей, есть какая-то общая такая идея, есть уже семья некая. Много прекрасных танцоров, замечательная музыка, очень гостеприимные москвичи. Звук объединяет всех людей, вне зависимости от пола, возраста, города. Я сама из Нижнего Новгорода, и я переехала сюда в Москву, чтобы танцевать звук. Мне это мега нравится. А сейчас слово «Жги». Супер приключение, целый вагон питерцев приехал на это мероприятие. Соединились такие замечательные активные люди из Питера, из Москвы. Очень хорошие ребята, очень классные танцоры, партнерши. Да? Это было просто, мне кажется, нереально практически. Это была Mission Impossible. А потом думали, нам казалось, что это просто невозможно, но очень было большое желание реально собрать поезд. Вагон, забить его питерскими ребятами и привезти в Москву. Вы вплотную подобрались к горяченькому. Сейчас у нас будет Зукиндри батл. Я вообще хочу поздравить организаторов. Это не просто событие для Москвы. Целый месяц только об этом и будем говорить. Помещение, правда, это был большой плюс. Очень замечательно. Три этажа, это вообще просто волшебнее. Очень большое танцеполе. Пол хороший. Места больше надо. Больше мальчиков, девочек, больше партнеров, естественно. Фрибар. Зукиндри, Санкт-Петербург, Москва, мир. Да. Питер, мы идем!